Всех приветствую, с вами канал Азбука Радиосхем. Кто смотрел мое предыдущее видео, помнит, что я начал делать себе пауэрбанк. К этому я начал подходить основательно. Я заказал плату для пауэрбанка, точнее несколько плат. Также заказал кассеты под аккумуляторы. Но, как вы помните, они казались чуть-чуть не те, и мне надо что-то с этим переделывать. Ну, это все как бы отступление. Покуда я разбирался со своим пауэрбанком, пытался сделать как-то его более-менее добротно, мой ребенок уже на такой же плате сделал пауэрбанк по другому принципу. Вот он как выглядит. Я думаю, это говорит о том, что у детей мыслительные процессы работают по-другому. Они более быстрые, более оперативные и менее ограничены какими-то правилами. Но сразу же моя поправка. Технику безопасности никто не отменял. Поэтому, если ваш ребенок тоже что-то будет мастерить, обязательно старайтесь, вы как взрослый, проконтролировать это все, чтобы не было замыканий, чтобы клеммы были заизолированы. Но мы давайте продолжим. Да, кому интересно будут эти платы, я ссылку дам ниже под видео. Я о них кратко уже рассказывал в предыдущем видео. Также можно посмотреть информацию у меня на сайте и где купить довольно по дешевой цене. Плюс можно найти еще с бесплатной доставкой. Платы как бы очень удобные, они у себя на борту имеют все необходимые функции. Здесь есть дисплей, есть два типа выходов и три типа входов для заряда и кнопка управления. Все очень компактно, удобно. Но это опять же отступление. Итак, с чего подошел мой ребенок? Он взял обыкновенные аккумуляторы вот такого типа от разных мобилок, планшетов, смартфонов. Где их брать в неограниченном количестве, я также рассказывал в одном из своих видео. Единственное, что научитесь их отбирать, рабочие и нерабочие. И вот этот пауэрбанк состоит из трех похожих аккумуляторов. Вот самый большой, это аккумулятор от, скорее всего, от планшета, и два одинаковых поменьше, вот один, вот второй. Все это он склеил при помощи термопистолета, термоклеем, проклеил по периметру, проклеил их между собой и также наклеил плату. Осталось только подпаять, запараллелить эти три аккумулятора и запаять провода. Как помните, что подключение этой платы очень простое, всего лишь два контакта. Ну, я подключал вот такого плана аккумулятор, он подключил другие аккумуляторы. Примерно что-то похожее на вот это. И вот получилось вот такое довольно уже законченное изделие. Конечно, не мешало для него тоже сделать какой-то корпус, но так оно уже довольно жесткое. Он проклеил этим же термоклеем все провода, чтобы они не болтались. Также залил ним клеммы, где подпаивался. Единственное, что я бы развернул, конечно, если бы делал я эту плату в противоположную сторону, чтобы было проще подключать шнуры к этим разъемам. Ну, как сделано, так сделано. Это уже его было решение, так подключить ее. И что по характеристикам. Вот у него такой пауэрбанк Xiaomi. Правда, он уже слегка подушатанный. Нету самой панельки здесь. Но логотип Xiaomi еще остался. Для чего я показываю этот пауэрбанк? У меня сейчас нет прибора для того, чтобы замерить емкость вот этой как бы его сборки, которая получилась. Я на примере расскажу вот этого пауэрбанка. Получается, по емкости он может примерно в полтора раза зарядить больше, вот это тут, чем вот такой заводской пауэрбанк. Получается, вот этой сборкой он заряжал и проверял около 4 больших смартфонов. Ну, 3 однозначно, и один до половины примерно заряжается. И это опять же взять то, что это аккумуляторы бэушные. Поэтому я вам хочу подкинуть идею. Не обязательно ищите вот такие 18650 аккумуляторы. Вы можете взять какие-то аккумуляторы от телефонов, смартфонов, планшетов и использовать их. Как это все собрать? Ну, на тот же термоклей. Или кто-то может какие-то другие есть идеи, пишите ниже. Единственная поправка, когда вы берете с планшетов вот такого плана аккумуляторы, смотрите, что на них написано, какие параметры по напряжению. Потому что они бывают на напряжении
не 3,8, а, допустим, запараллеленные, вот как здесь, 7,5 вольта. Поэтому на это обращайте внимание. Если даже бывает, что вы не найдете эту надпись, то просто возьмите обыкновенный прибор и проверьте напряжение на клеммах, сколько там вольт. Оно должно быть чуть больше 3, если аккумулятор разряжен, там, допустим, 3,2, 3,3, до 4 с копейками вольт, говорящий о том, что аккумулятор в хорошем состоянии. Если понравилось видео, не забудьте поставить лайк, также поделитесь этим видео. Также, если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь. И всем пока!